Одеяло покрывало ностальжи. Вашему вниманию потрясающая совершенно вещь. Это новинка телеканала Shop & Show. Обратите внимание сразу, пока не начала рассказывать, как идеально ностальжи сочетается со шторами Monarch. Это единый стиль. Это эффект гобеленового плетения. Это модное жаккардовое тиснение. Очень красивые, нежные, изысканные оттенки. Вообще гобелены раньше стелили только в домах знати. Так это дорогущие были вещи. Да, и только к приходу дорогих гостей могли себе даже знатные люди позволить. Сегодня одеяло покрывало ностальжи с историей, которая вернулась в усовершенствованном виде, дарит нам тот самый богатый, изысканный интерьер, очень культурный, спокойный и стильный. И при этом это потрясающее двустороннее, не просто одеяло, а еще и покрывало с одеялом. Посмотрите, двухфактурная, уникальная фактура. Здесь у нас теплая овечка, мягкая, пушистая. Это просто меховое одеяло-покрывало, и вы получаете его со скидкой в 700 рублей. Давайте мы покажем всю красоту со всех сторон. Итак, вы можете выбрать размер. У нас есть размер полутораспальный, есть двуспальный и есть размер евро. Открою небольшой секрет. Это пробная партия, она маленькая. Если вы давно искали меховое одеяло-покрывало, вы его нашли. Записывайте название «Ностальжи», номер лота 001-090-383. Успеете заказать прямо сейчас. Одеялка теплая, вот такая вот двухфактурная у него сторона. Одна из овечки, вторая – это хлопок с полиэфирными волокнами. То есть у нас там, где сторона с принтом, есть еще и хлопка 50%. А это особая атмосфера в доме. Безусловно, одеяло, которое можно использовать и как большое покрывало для украшения интерьера. Безусловно, это яркий штрих в интерьер, необыкновенный. И это еще и одеяло, которое можно класть под одеяльник, можно не класть и как угодно использовать. Безусловно, давай еще раз покажем интерьер, красоту. Да, конечно, главное здесь интерьер. Очень красивое, гобеленовое покрытие. Юль, я раньше не видела таких вообще ни разу. Чтобы с одной стороны было красивое гобеленовое покрывало в цветочном ярком принте, а чтобы с другой стороны был мех. Мех, это пушистый мех. Это что у нас, натуральная шерсть? Это овчинка натуральная, да. И причем, обрати внимание, увидела, еще и простеганы, то есть все слои надежно между собой соединены, очень качественно обработаны, текстурированы тесьмой, так что надежное, надолго это покрывало. Его можно практически по наследству передавать. Итак, действуйте прямо сейчас, закажите для себя, закажите в качестве подарка и с удовольствием экономьте. 700 рублей экономия, это ощутимо, на 700 рублей можно приобрести чуть-чуть, добавив, например, нашу находку дня. Звонки бесплатные. И ты знаешь, мне еще что нравится, Юлечка? Мне нравится, что оно мягкое, оно драпируется. А можно на диван? Да, давай вот смотри, сымитируем, что мы стелим на диван. Это, конечно, и мягко за счет того, что вторая сторона из овчинки. Плюс это красиво. Да. Очень хорошо облегает по конфигурации мебели. Мы видим с вами, ну, практически обновленный диван. Как часто бывает, мебель потерлась. Но мы не хотим ее выбрасывать, ну, потому что любим. Конечно. Конечно. А потом, смотри, расцветка не маркая, как у меня говорила бабушка. Абсолютно не маркая. Не маркая. Но, опять же, с другой стороны, вы можете раз и перевернуть меховой стороной. Это очень современно. Это смотрится необычно. И мягкая шерсть, которая согревает. Кстати, Юль, скажи, пожалуйста, вот меня, знаешь, что поражает? Это же такой мех. А как вот ухаживать? Это же сложно. Обычная домашняя стирка, только деликатная. Машинная стирка, совершенно верно, Олечка. Да, глазки сделала Оля квадратной. Как такое можно постирать? Одеяло покрывало ностальжи действительно можно стирать в машинке. Посмотрите, во-первых, простегано все надежно. Полностью ромбами вся площадь простегана. Вам, не знаю, видно ниточку? Здесь вот хорошо видно стежку, посмотрите. То есть это нитевая стежка? Нитевая стежка, евростежка, текстурированная нитка. Она не лопается, надежная. Плюс еще дополнительная. Дополнительное укрепление, да, в виде тесьмы. Очень аккуратные швы, я вижу. Весь сделано добротно. Действительно, с добавлением хлопка чехол, с эффектным гобеленовым рисунком. Это красиво, стильно и вообще необыкновенно. Это необыкновенное предложение. Невероятно низкая доступная цена для такого комфортного предложения. Одеяло, покрывало, ностальжи. Хотите, вот так, драпируйте свой диван. Украшайте свою кровать. Хотите, вы можете укрыть ее меховой поверхностью.
меховым уголочком. Вот он. А если вы хотите утеплиться, вы можете просто заправить одеяло-покрывало в свой пододеяльник и спать под ним. Вам будет тепло однозначно. И посмотрите, в какой удобной упаковке, упаковке-чемоданчике к вам придет одеяло-покрывало Ностальжи. Все очень аккуратно, не испачкается. То есть упаковка — это тоже важно. Для меня, например, точно.